Здравствуйте. Мы начинаем наблюдать какую-то определенную тенденцию, но не забегаем вперед. Все-таки кажется, что мы идем уже к спаду всей этой ситуации с коронавирусом в нашей республике, где развивалось довольно тяжело. Но когда, дай бог, все это у нас закончится, конечно, у нас выплывут наружу другие проблемы, и связаны они будут с экономикой в первую очередь. Сегодня у нас в подробностях министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов. Гаджи Руслан, салам алейкум. Валикум салам. Итак, ну давайте мы сейчас, ну, во-первых, спасибо, что вы к нам пришли. Нам удалось сейчас вас все-таки пригласить к нам, но в течение всего этого времени, мне кажется, у вас, как и у всех коллег, был довольно напряженный график в связи с тем, что необходимо было постоянно оперативно реагировать на ситуацию. Давайте мы сейчас все это, может быть, вспомним, да, и подытожим к тому, к чему мы сейчас в мерах поддержки и реагирования на всю ситуацию с пандемией в Дагестане, к чему мы пришли сейчас и что делали на протяжении всего этого времени. Добрый день, дорогие телезрители. Во-первых, в самом начале по поручению главы Республики Дагестан Владимира Владимировича в республике был сформирован оперативный штаб по экономике. Оперативный штаб возглавил председатель правительства Артем Алексеевич. Такие штабы были сформированы во всех муниципальных образованиях, на наших крупных системообразующих организациях. Вы знаете, один из первых указов, который был издан главой республики, это указ о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Были сформированы соответствующие планы, и один из планов – это план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, который предусматривал такие мероприятия, как поддержка отраслей экономики, поддержка занятости населения, вопросы развития наших территорий, опережающего социально-экономического развития, системообразующие организации. И этот план, с самого начала мы приступили к реализации этого плана. Если говорить об указе главы республики о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и, соответственно, этом плане, вы знаете, ряд решений, в том числе законодательных, уже приняты. Это, значит, послабление по налогам. Практически по большинству налогов, по которым есть полномочия у субъектов Российской Федерации, принято решение об двукратном их снижении. Ну, давайте перечислим. Это упрощенная система налогообложения. С 6% мы до 3%, да? Но по упрощенной системе налогообложения у нас два объекта налогообложения. Это доходы минус расходы и объект налогообложения доходы. У нас с 6 до 3% снижен, значит, налог по объекту налогообложения доходы минус расходы. Здесь хотел бы сразу отметить, что в части IT-компаний и предприятий, связанных с социальным предпринимательством, эта ставка доведена до 1%. 1%. Да, значит, были приняты решения и по патентной системе налогообложения, по единому сельскохозяйственному налогу. Принято решение, как вы знаете, по введению, значит, инвестиционного налогового вычета. Кроме того, указом главы было рекомендовано муниципальным образованием в части, значит, тех налогов, по которым решения ими принимаются, это единый налог на вмененный доход и налог на имущество физических лиц, тоже принять соответствующие решения. Мы сейчас ситуацию мониторим. Такие решения муниципалитетами, представительными органами муниципалитетов уже принимаются. Более 20 муниципалитетов приняли. Сейчас по остальным тоже готовится решение на рассмотрение представительных органов. Ну, какие еще послабления
мы уже утвердили и уже могут вот рассчитывать на это. Да, здесь в части вот этих налоговых решений хотел бы отметить, что по большинству из них, практически по всем, предусмотрено, что эти законы действуют или применяются с 1 января 2020 года. Задним числом? Да. Кроме того, что касается вот уже пониженных сумм налогов, с учетом тех решений, которые приняты и на федеральном уровне, у нас действует отсрочка по платежам по первому кварталу на 6 месяцев и по второму кварталу на 4 месяца. То есть платить по первому и второму кварталу уже пониженные суммы налогов предприниматели будут начиная с осени текущего года. При этом в части региональных налогов такое решение по отсрочке тоже нами принято. Но еще есть это. Мы сейчас говорим, я хочу подчеркнуть для наших телезрителей о дополнительных региональных мерах поддержки, потому что огромный пласт поддержек на федеральном уровне уже озвучен был. Мы это разбирали не раз на нашей программе. И одно из послаблений, мне кажется, одна из возможностей, которая сейчас открылась для предпринимателей, снизить налоговую нагрузку, снизить вообще нагрузку на себя, там не только по налогам, это введение налога, неправильно, введение закона для самозанятых. Да? Мы чуть попозже, кстати, за круглым столом еще с предпринимателями об этом поговорим. Коротко, если хотелось бы от вас тоже это услышать. Как вы считаете, насколько это вообще на экономику Дагестана положительно, либо наоборот отрицательно повлияет введение этого режима? Мы с вами вот на протяжении тех нескольких месяцев наблюдаем, что та часть бизнеса, которая в серой, в темной зоне у нас, не может воспользоваться мерами поддержки. Вот сегодня, если говорить и об самозанятых, это возможность все-таки получить соответствующие меры поддержки от государства в случае появления таких кризисных ситуаций. Сейчас прям наглядно. Если раньше просто говорили, как-то казалось всем что-то огульно, сейчас прям люди видят это наглядно, что кому-то рядом поддерживают, а им даже помощь невозможно оказать. Поэтому этот режим, кстати, мы видим по откликам предпринимателей, и я бы хотел это подчеркнуть, все эти решения, которые принимаются в части мер поддержки, они рассматриваются совместно с представителем бизнеса. И это совместная работа и органов власти, и бизнеса. У нас на оперативных штабах, на заседаниях оперативного штаба, в которые входят как представители власти, так и бизнес, постоянно эти вопросы рассматриваются. Но если говорить в таком общем экономическом выражении, то пока, конечно, это, мне кажется, такие прогнозы из разряда прогноза погоды, да, но все-таки здесь, снижая ставку, да, снижая, скажем так, фактически налог, и понимая, что какая-то часть предпринимателей сейчас из разряда ИП может переходить вот в разряд самозанятых, мы потенциально теряем часть доходов налоговых. Не проблема ли это? Во-первых, перечень предпринимателей, видов деятельности, которые могут воспользоваться этим режимом налогообложения, он четко отрегламентирован. Есть исчерпывающий перечень видов деятельности, по которым этот режим может применяться. А второе, здесь, если доходы предпринимателя превышают по году 2,4 миллиона, то он тоже этим режимом не сможет воспользоваться. Но я бы хотел больше о преимуществах сказать. Вот часто, когда мы и с бизнесом встречаемся, и обсуждаем различные законодательные инициативы, вопрос ставился об страховых платежах во внебюджетные фонды, которые, независимо от уплаты налога, должны были уплачиваться предпринимателями. И вот этот режим, который сейчас введен и начнет у нас действовать с 1 июля текущего года, он
отменяет уплату страховых платежей во внебюджетные фонды. Это очень серьезное послабление для бизнеса. Но, с другой стороны, он может рассчитывать на все те же меры поддержки, которые оплачивает человек это, во внебюджетные фонды, может рассчитывать. То есть все точно так же, как и для другого предпринимателя. Конечно. Но сейчас идет активное обсуждение по поводу того, что нам необходимо выходить. С другой стороны, если посмотреть на какие-то опросы, большое количество людей, даже, может быть, их больше, чем противников, большое количество людей все-таки еще говорят о том, что нужно подумать, перетерпеть и вот в режиме самоизоляции. Нельзя это решение точно принимать огульно, но все-таки экономика. Да? Понятно, что решение все это за Роспотребнадзором по поводу того, какие предприятия дальше будут выходить, но какие-то определенные предприятия, они работали и продолжали работать. Вот как это определялось, каким предприятиям было дано право продолжать работать и как-то контролировалось ли коллегами из других ведомств, вы, наверное, тоже в контакте находились по поводу того, чтобы все-таки безопасность прежде всего. Вот я бы вопрос на две части разделил. Да. Первое, у нас есть предприятия и предприниматели, и направления, которые обозначены в указе президента Российской Федерации, возможность у которых работать в этот период была, и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм они работали. Это предприятие, как вы понимаете, топливно-энергетического комплекса, это у нас предприятие розничной торговли продуктами питания, значит, товарами первой необходимости. Это предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность, так скажем, людей. Это предприятия, которые не могли прерывать свою деятельность. Вот непрерывный цикл работ, на которых установлен. Мы по поручению главы республики подготовили в самом начале решение по и по другим отраслям, которые могли с учетом заключения Роспотребнадзора продолжить работу. Достаточно большой перечень предприятий. И это по перечню, так скажем, итог совместной работы с бизнесом. Вы знаете, эта цифра неоднократно озвучивалась, сейчас около 5-4 тысяч предпринимателей и предприятий получили разрешение Роспотребнадзора, и они работали в этот период. Накануне уже прошла встреча у нас главы Дагестана с предпринимателем в онлайн-режиме, и там тоже вы, кстати, присутствовали, обсуждалась дальнейшая жизнь, да, скоро болезнь пройдет, но и жить нам нужно дальше. Какие итоги этой встречи, главное, вы можете обозначить? Во-первых, как вы видели, глава республики принял решение провести такое вот открытое заседание оперативного штаба. Да, в прямом эфире все проходило, все могли наблюдать. С тем, чтобы еще раз услышать мнение, а там, в принципе, говорил только бизнес. И предложения, и проблемы, которые есть у бизнеса, они, как я понимаю, были услышаны и всеми контролирующими органами, и всеми органами власти, властными структурами. Кроме тех предприятий, которые индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли свою деятельность в этот период, на одном из первых оперативных штабов было принято решение о формировании актуализированного перечня системообразующих организаций республики. Такой перечень сформирован. Кстати, критерии включения в этот перечень тоже были утверждены на оперативном штабе. Сегодня в этот перечень входит 116 организаций с общей численностью более 37 тысяч человек. И мы еженедельно мониторим ситуацию на этих предприятиях. Соответствующая информация направляется и в федеральные органы власти. И по поводу территорий
опережающих социально-экономического развития, да, это то, на что мы рассчитываем. Да, это то, что должно быть драйверами. Какая сейчас у них ситуация, в каком состоянии эти проекты, и как-то повлияла ли ситуация с пандемией на них, и, может быть, сейчас у них появятся еще большие возможности? Ну, на мой взгляд, для бизнеса, конечно, открываются новые возможности для того бизнеса, который экспортно ориентирован с учетом нашего потенциала. Что касается территории опережающего развития, вы знаете, мы постоянно информируем о том, какие проекты реализуются на этих территориях. Кстати, эти решения по предоставлению земельных участков на наших инвестиционных площадках этим проектом принимаются открыто на инвестиционном совете при главе Республики Дагестан. На инвестиционных площадках, вот, к примеру, в Каспийске у нас сейчас реализуются два проекта. Мы предполагаем в текущем году вот этих, значит, объектов. Еще три проекта начнут реализацию на этой инвестиционной площадке. Кроме того, мы создали индустриальный парк на незадействованных площадях нашего завода «Дагдизель». И сейчас ведутся работы по подготовке площадки. Ведется работа с институтами развития, в том числе с фондом моногородов. Мы со своей стороны должны будем решить вопрос, связанный с инфраструктурой инженерной к этим инвестиционным площадкам. А инвесторы и инициаторы проектов, мы постоянно эту ситуацию мониторим, на наш взгляд, готовы продолжить реализацию проекта. Довольно частая тема, которая обсуждается как предпринимателями, так и, кстати, органами власти, это снижение нагрузки, да, это снижение постоянного такого надзора, вмешательства в деятельность предпринимателей, особенно это для тех, кто начинает, к примеру, да, вовлекается в какой-то бизнес. Есть ли какие-то вот сейчас решение по тому, чтобы все-таки немного дать спокойствие, да, предпринимателям, немного либерализировать этот процесс, чтобы полегче все это происходило вот в этот сложный период? Ну, одни из первых решений, которые были приняты на уровне правительства Российской Федерации, федерального центра, это решение по объявлению моратория на проведение проверок. Вы, наверное, знаете об этом. И здесь хотел бы отметить, что сегодня реестр проверок субъекта малого и среднего предпринимательства ведется прокуратурой Российской Федерации, прокуратурой субъекта Российской Федерации. И здесь очень жесткий контроль со стороны надзирающего органа за тем, чтобы не было дополнительной нагрузки, так скажем, административной нагрузки на бизнес. И любые коррективы в план, они согласовываются, должны быть согласованы с прокуратурой. То есть надзор за надзирателем все-таки тоже есть. Да. И здесь важно отметить, что в этот период внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства не проводилось. Но сейчас еще, я думаю, рано какие-то итоги подводить. В первую очередь нам нужно быть уверенными, что здоровье наших людей, вот оно ему не угрожает. Вирус больше. Но по экономике, можем ли мы понимать по поводу того, насколько это будет тяжело для дагестанской экономики, для Дагестана вообще? Мы и сейчас наблюдаем снижение по некоторым показателям. Это объективно, и это, в принципе, соответствует той ситуации, которая в целом по стране у нас складывается. Да, в целом, конечно, по миру складывается. Да, в целом по миру. Да, конечно, мы увидим, я думаю, снижение и по обороту розницы. Как вы понимаете, вот, ситуация с тем, что большинство розницы непродовольствия не могло работать. Мы увидим, конечно, сейчас по итогу вот, истекшего периода текущего года и снижение по
турпотоку. Но хотелось бы сказать, что есть отрасли, которые, включая и туризм, которые, в которых есть большой потенциал и которые могут, значит, быть, так скажем, драйверами развития нашей экономики. Учитывая, что здесь... пока перспективы внешнего туризма для России, они еще более облачные, чем для открытия внутреннего. И здесь надо сказать, что вот, что касается производства, промышленного производства, что касается строительства, что касается агропромышленного комплекса, большинство предприятий функционировало. И я думаю, что у нас есть большой потенциал по этим направлениям. Ну и плюс меры поддержки, которые, к примеру, для строительного комплекса, это очень выгодная ипотека, да, для тех, кто собирался, либо не собирался, но вот и сейчас это очень стало выгодно. Мне кажется, вот когда все это заработает, вот тогда прям полностью мы сможем все оценить и с вами уже подвести вот такие итоги всего года. Спасибо вам большое, мы желаем удачи и успехов вам. Спасибо. Это были подробности. Мы сегодня говорили об экономике Дагестана в период пандемии коронавируса. С вами был Тельман Раджабов. Даст Бог, еще увидимся.